бывает, когда люди сильно дружат. Все вместе делают, играют, уроки вместе делают, в школе вместе. Это когда друзья дружат, могут играть, подсказывать, когда если слишком сложно. Дружба – это подружка, и никогда с ней не ссорится. Несколько людей дружат между собой. То есть между собой они общаются, везде ходят вместе, друг друга прикрывают, друг друга защищают. Люди играют вместе, знают друг друга и рады друг друга видеть.